Музей истории села посвящен 200-летию основания колонии Авдарма. Здание расположено в центре села и архитектурно вписывается в ландшафтный рельеф парка и памятные стелы, установленные в честь основания селения Авдарма и мемориальных плит с именами первых колонистов, переселенцев из Болгарии. Одноэтажное здание спроектировано в трех уровнях и было построено за 6 месяцев. Открыт музей 21 ноября 2011 года. Философия внутреннего убранства музея призвана отразить основные элементы быта жизни гагаузов на материале исключительно местного ареала – дерево, канат, бязь, стекло. Конструкции и элементы музея независимые, съемные и взаимозаменяемые. Деревянные изделия и саркофаги из стекла не закреплены к стенам музея и между собой. Документы духовной и элементы материальной культуры были собраны исключительно от жителей села. Сохраненный церковный архив с 1820 года – достояние и гордость музея истории села Авдарма. На стендах музея представлены оригиналы наград, документов и фотографий, отражающих жизнь авдарминца-труженика, авдарминца-солдата, авдарминца-созидателя в разные исторические эпохи внутри села и за его пределами. Философию интерьера и дизайн стендов сформировал Игнат Казмалы и реализовал совместно с Федором Мариногло. Они же являются авторами книги «Авдарма. История села 1811 по 2011 годы». Книга стала подарком к 200-летию села для всех жителей Авдармы. Истории судеб авдарминцев – главный лейтмотив каждой страницы книги. За 2 года музей истории села стал культурным и духовным центром. Здесь бывают президенты стран, премьер-министры, чрезвычайные послы, аккредитованные в Молдове, официальные и общественные делегации, представители телекомпаний и спортивные делегации. Музей истории села Авдарма – место, объединяющее авдарминцев через человеческие судьбы, исторические факты и незабытое прошлое. Миссия музея – формировать уважительные отношения к историческому прошлому, представлять духовное и материальное богатство авдарминцев. Музей работает ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00. Вход и экскурсии в музей бесплатные. Идея создания музея, его строительства и обеспечения жизнедеятельности осуществляется меценатом села Ильей Казмалы.